Быстро сюда. Помогать будешь. Ну вот сейчас. Носки просто повесь и все на козы. Че ты? Бросай все, иди помогай. Хорошо. Видите, нагрузили на тележку. Это все, что осталось от липы. Это на костер, на пятницу. На костер. Поле сюда? Нет? Лагеря нет, но обычно такой сохранился. Картошка. Эй, я сказала, Поля, ты сюда. Вот так. Ты под ногами здесь у Фроси. Я думаю, не получится. Нет, 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 нет. Сзади просто, может, никак, не знаю. Я буду придерживать ветки, чтобы не упали. Ну, конечно, мы их затянули. Ну, давай. Поехали. Не торопитесь, за вами не успеешь. Я не могу за вами. У меня обувь плохая, подворачивается. Там на повороте остановитесь. Поля, иди, иди, ты посмотришь где. Поля, иди сюда. На, аппарат я тебе дам. Дяде Вове отнесешь. Быстрее, бегом. Вот он снимает так, на, так съемку и веди. Беги, а сама не упади. Давай я тебе выключу его лучше. Вот мы продолжаем вести ветки. Уже подвозим к костру, где у нас обычно проходит он. Вася, футболку поправь. Стоп, машины, куда помчались-то? Я не знаю. Вот, вот ветки же лежат. Что ты не знаешь? Мы подъехали. Все. Давай, один держит, а двое разгружает. Двое разгружает. Нет, Сара, давай, развязывай. Давай, ты руководитель, вперед. Я не могу ее развязать. Кого развязать? Я веревку развязываю. Веревка на ней. Вася, вылазь оттуда. Помоги Полина ей, чего вы стоите-то? Ну. Нестор, я сказал вылезти и веревку быстро развязывай. Держишь крепко? Да держу уже. Зачем ты прыгаешь-то? Дурнина какая-то с тебя лезет все время. Да боже, вот, я так больше не могу. Что не можешь? Глаза бы моих не видели. Обоих. Нестор, быстрее двумя руками, не одной рукой, а двумя. Таких вредных не жалко, пускай едят. На обед будет. Кому-то обед не достанется, кому-то будет пир. Тебе тоже на обед не достанется. Почему это? Тебе не достанется. Кто стоит, то этому не достается. Фрось тоже стоит. Фрось, один. Так, Полина, не стой, ты переходи на ту сторону. Он сейчас перекинет веревку, ты оттуда будешь перемотывать. Малинка уже позеленела, однако. Вот здесь, стой. Где я? Нестор, перекидывай. Кидай. Нестор, аккуратно перебрасывай. Ну что ты? Махал, махал, и ничего нет. Вот так кидает, а? Стой, стой, стой. Вот, стой, стой, Коля. Вот, чудики вы. Тяни. Тяни. Сейчас собери всю веревку в пучок и перекинь ему. Пучок собери в руку. И не высоко подкидывай и вперед. Вот сюда кидай. Все, а бросай. Растут микрофоны. Ну, молодец. Вообще снайпер. Не, Сар, ты не лучше. Так, это. Фрося. Поближе, Фрось, она поближе подъехать. Нестор, помогай телегу. Да, ну нормально. Еще вот. Назад давай. Ближе. Так ты что стоишь-то, руки в бок-то? Помогайте ей. Что она одна тянет? Эй, ну не меня толкать, а? Ты что, тапка не решила? Стоп, машина. Все. Это, опрокидывай ее. Аккуратнее. Эй, все, берем. Бип. Фрося, не отсюда, сбоку надо заходить.
Нестор сбоку и Ефросинья сбоку. Полина, помогай тоже. О, видали, какие силачивые. Гераклы. Самсоны, вернее. Закидывайте. Веревку закидывай. Вы что, веревку из-под этого не вытащили? Нет, гениально. И Полину тоже закидывайте. Полину? Зачем Полину? Мы ее не увезем. Пусть обживает. А меня? Все, оставляй тележку. Пошли. Тут оставлять? Да, немножко траву прополим еще. А то слишком заросшее все. Только аккуратней. Нестор, сразу приседай, траву начинай вырывать. Здесь тоже ее надо вырвать. Понемножку бери, сильно. Надо было тяпку брать. Здесь тяпка, тут руками все вырывает. Фрося, начинаем. Не таким заросшим, да? Это первое, да. Полина, надо приседать, так не выдергивает. Переламываешь и тогда рвешь только. Слышала? Внизу переламываешь, садишься вот так, переламываешь внизу возле корня и рвешь тогда. Она легче отрывается. Вон, Фрося разошлась не по-детски. Потом ей двойную порцию надо дать, чтобы силы восстановила. Нет, а понемножку бери, понемножку. Так силы потратишь изрядно. Сегодня нам еще полоть и полоть. Ну, я положу, да, значит, конец тоже будет. Я упал. Еще раз. Будет, будет. Когда? Смотри, Нестор, запись идет. Чего? Посмотрим, как ты будешь работать. Чего? Полина, ты опять неправильно, я же сказал, так не вырывается. Ты посмотри, как Фрося вырывает. Как? Ну я же тебе объяснял, вот, вот внизу. Вот, смотри, вот видишь травинка. Внизу вот так перегибаешь и рвешь. Вот. В самом низу, вот. Все, вот. Все, она легче рвется так. А ты ее тянешь вверх, зачем? Внизу, не та, вот. Вот так перегибаешь, вот, перегнула и рванула. Только понемножку бери. Так, во, во. Это навык надо иметь, потихонечку. Не тут берешь, не тут. Вот здесь вот, поменьше. Внизу самом. В самом низу бери, возле корня, она легче отрывается. Здесь вот скамейка. А мы вырываем траву. Ну двумя руками бери. А я все слышу. Фрося, это тоже двумя руками работает. Перегибаешь и рвешь на себя. Тянешь. О, Нестор, молодец, давай. Кухонный комбайн. Не кухонный, вернее. А этот, который ходит, убирает урожай у нас. Легко да. Рвется. Даже у нас дома так не рвется. Ага, были бы тут кролики. Или козы. О, да. Козы. Или коровки. За полчаса вырвет весь круг. Выели. Мне старо аккуратнее, там где-то проволока была. Что аккуратнее. Не трогай проволоку. Проволоку не трогай, пускай лежит. Трезубец! Трезубец, да. Что мы им делаем? Гребем. Картошку доставаем. Картошку достаем. Да. Вон, носик обожжен уже. А, ну да. Трезубец. Ай, я уронил. Ну перекинь его через завод сюда. Там мешается. Он там мешается, будете на голову падать постоянно.
Ладно, отходи. А костер в эту пять? Зов! Нет. А когда? Когда-нибудь. Когда-нибудь. Он будет костер. 12 человек должно быть. Здорово. 4-го, вернее. Владимир Юрьевич Галендухин выезжает с Урала. Вот он 2-го выезжает, 4-го приезжает. Да, с Владимиром Юрьевичем будет весело. Когда он приедет? Просто у него еще нет выходного. А когда будет? А я откуда знаю. Я не работаю на его работе. Ну, Полина, посмотри, какой у тебя участок свободен, какой у Фруси. Ты давай трудись. Вся сила должна быть в руках, а не в языке. Нестор бы не дурачился, у него бы еще быстрее получалось бы. Мои пальчики. Головку сразу убирай. Куда? Куда ты? Сюда пока. Либо руками, либо... О, я лучше разуй. Неудобно так. Осторожно. Люкс. Рося, ну ты что делаешь? Ну. Упс. Запуливание тапков в высоту. Нестор, спину. Нестор, что делаешь, ты говорю? Да. Ну что не ясно-то тебе? Ой. Нестор. А ну что ты делаешь-то? Сильно. Бумера. Дурнина из тебя какая-то лезет. И все, мне чтоб аккуратно положил, да и все. А если бы мне в голову забунило, то что бы делали? Да что, он думает об этом, что ли? Блин, если бы все равно не больно. Тапки, они же не железные. А если бы они были железные? Кто бы их делал? Кто-то. Они же дорого все. Какой-то бы, не знаю, псих какой-нибудь делал. По-моему, где-то... Что? Какой-то неумный человек. Какой-то неумный человек бы делал.